Добрый вечер. Я сама не местная, я из Ангарска, из Холмогорского монастыря. Приехали к вам город посмотреть, и вот я заблутала немножко. К отцу Исидору приезжали? Гости? Вроде так его зовут. Мне бы позвонить. А, позвонить. Знаете, зарядка села, но можем подняться наверх, с дома позвоните. Да как-то неудобно. Там, наверное, жена, дети, соседи. Да я один живу. Рубах мой размер-то. Отлично. Да, ничего. А голд сколько? Отлично. Слышь, очки-то чьи? До этого. Последний, который запихивали. Что ж, какая интересная, смотри. Может, оставим? Это улики. Бочка с кислотой. Хозяева. Хватит, сворачивайтесь. Работы больше не будет. Наконец-то. Больше недели не мылись. У вас же полный цистерн. Чего не помылись? Шутник. Вот. Это вам. На баню передали. О, нормально. Мы выбрали цель, потому что мы волки. Вам можно бежать, только это недолго. Того, кто намечен, всегда мы достанем. От нас не уйти, потому что мы стая. Но каждый всегда всегда был чистая, и если друг друга клыки мы бонзаем, один приговор и всегда к высшей мере, иначе нельзя, потому что мы звери. Стая, 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 нам правила известны и знает каждый волк. Стая, 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 все волки стоят вместе, но каждый одинок. Вы что не уехали, Вам же сказано было домой! Ты расчет получил и все, вали! Я не понял! И вот ударил своим. Так он же еще живой. Кто заработал, то получает. Не нравится, можешь сам решить. Так, с утра в путь дорожку, а сейчас в ванную. Я верой, никому не уступлю. Чего, держи. Чего, чего? Не, слушай, вообще-то я женщина, а женщине надо уступать, дорогая, понимаешь? А я мужчина. Тебе мыться полчаса, а мне хватит и 5 минут. Знаешь что, я женщина, и я пойду первой. Можно я пройду? Да, а пожалуйста. Вообще, а вообще, чего ты понимаешь, спорите? Что просто это просто свинство какое-то? Держи. Это просто свинство. Вадя. Вадя, это не серьезно. Вадик, открой дверь. Давай, открывай, а то никак грязно. Вадик, как открой дверь. Подожди, я сейчас открою. Вадя, ты слышишь меня? Вадя, ну в конце концов, она женщина, ну. Thank you.
Ты говорил, у тебя зарядка где-то есть. Где? Под подушкой. Слушай, дай-ка я быстро маме с сестрой позвоню. А то позвелись уже совсем, наверное. А ты больше ничего не хочешь? Хочу попозже. Да? Я тебя прошу, дай, пожалуйста. Я мигом, быстренько. Знаешь, дорогой, вот сначала я позвоню, а потом позвонишь ты, хорошо? Хорошо. Понятно. Вредная, да? Вы, дружище, нас не бойтесь. Мы ничего плохого вам не сделаем. Поверьте, мы люди серьезные и солидные. Просто попали вот в такую ужасную ситуацию. Так случилось, бывает. Да не дрожи ты. Мы за причиненные неудобства возместим вам все ваши расходы. И даже более. Ни грамма можете не сомневаться. Даю слово. Дозвонилась? Звони. Да не переживай ты, сейчас я мигом. Есть. Ну что, все возвращается в нормальное русло. Операция выходит на завершающий этап. Они сейчас в Корытово, телефонная связь с ними есть, дальнейшие маршруты вроде бы понятен. Где у нас Гитлер? Музыку любишь? Я тоже когда-то играла. Ну, слава богу, дозвонился до своих. Там это надолго. Ну что, моя хорошая, по-моему, жизнь возвращается в прежнее русло, а? Начинает налаживаться. С ума сошел. Вадик здесь. Он еще долго будет мыться. Честно говоря, даже не знаю, что с собой Саванеев дальше делать-то, а? Для дальнейшей серьезной работы, как выяснилось, ты не готов. Держать тебя здесь смысла нет, отпускать тоже. Ты же ведь болтлив, Саванеев. Болтлив. Кто тебя знает, что ты там сможешь брякнуть про нас, а? А денег, Саванеев, ты, как выяснилось, хочешь, и при этом немалых. Если разобраться по совести, то за что, Саванеев, а? Может, чуток подождать? Глядишь, и нам делать ничего не останется. А за что, а? Так что вот такой вот расклад, друг мой, такой расклад. Не обижайся. Послушайте, как вас там? Как вас там? Вы послушайте, ну отпустите, отпустите меня. Ну подождите, отпустите, отпустите, вперед, я заплачу. Вперед. Быстрее, чего возишься? Юлбридер, ковбой хренов. Ну давай, не копайся. Что ты? Сейчас
где-нибудь на море и вспоминать все как дурной сон. Вадик, мне никогда не было с ним так хорошо в постели, как с тобой. Я понимаю, что я парю чушь, но в лагере у него крыша совсем съехала. Он постоянно шантажировал меня, говорил, что у него есть какие-то фотографии, где мы с ним... В общем, все это... Мне кажется, я совершенно случайно подслушала его разговор с этими уродами из лагеря. Он хотел убить тебя. Прямо сейчас, понимаешь? Ты понимаешь? Когда у вас это все началось? Да когда я приревновала тебя к этой вашей Ангелине. Помнишь, я устраивала тебе истерики, а ты даже ни разу не прореагировал, ни разу не сказал, что ничего не было. Хотел в отместку, понимаешь? Я хочу, чтобы я помог. Помоги мне, пожалуйста. Помоги мне стать прежней. Я и его... Выбрала только потому, что он постоянно вертелся рядом. Чем же я тебе помогу? Ну ты же видишь. Неужели ты не видишь, что я сама со всем этим покончила навсегда? Знаешь, он почему-то считал, что... Он думал, что для меня деньги важнее всего. Что я боюсь лишиться... Не тебя, а всего того, что я с тобой имею. Ладно. Мы слишком много пережили вместе. Вадик. Сейчас главное добраться домой. Дома поговорим и во всем разберемся. Алло. О, Вадим! Так, не перебивай, слушай меня внимательно. Да. Собирай всех ребят из офиса и двигай в машины. Одну отправь ко мне домой, предупреди, чтобы были начеку. Там запросто может оказаться бригада со стволами или еще какой-нибудь сюрприз взрывоопасный. Так что пускай перевернут все углы, каждый листик пускай поднимут. Понял? Ясно все. Как только они отзвонятся, что все нормально, пускай занимают периметр и ждут меня. Ты на своей машине. Езжай в Шкарытово, запоминай, Садовый, дом 14. Там найдешь Эмиля. Прибери там. Хозяину денег дай, он нам помог сильно. Все понял. А что случилось-то? Вы сами-то где? Может, помощь какая нужна? Толя, у меня все нормально. Я сам доберусь. Сделай, что я сказал. Как закончишь Шкарытова, подъезжай тоже ко мне домой и жди меня. Будет серьезный разговор. Все, отбой, да все, я... отбой! Здорово. Ника, заканчиваем омовение. Мы уезжаем. Thank you.
машину. Потом сюда приедут люди. Уберут здесь. Денег дадут. Много. Гораздо больше, чем ты предполагаешь. Но ты должен забыть все, что здесь произошло. Если ты согласен, моргни 3 раза. Хорошо. Хорошо, я ему позвоню и договорюсь о встрече. Да. К тебе завтра утром подъедет от меня человечек и все заберет. Угу. Ватечка, ты не представляешь, какой кайф этот фитнес. Тебе надо тоже обязательно записаться. Я себя совершенно другим человеком подожди. Я тебя прошу, мне нужно поговорить с ним. А мы сегодня к кому в гости идем? К Ховенко или к Эль? Я тебе перезвоню. И там наверняка будет твой друг Эмиль. Он будет опять трепаться и не даст никому слова вставить. Будет рассказывать замечательные байки о себе любимом. Фу, не мужика, а баба. Я соскучилась. Полный бак? Угу, да. Thank you.
соскучилась. Я больше никуда никогда без тебя не поеду. Представляешь, самолет задержали на 3 часа. Не посылай, пожалуйста, больше никого со мной в мире. Он болтает постоянно и бабник ужасный. Хорошо? Обещаешь? Да. Ты соскучился? Конечно. Очень. Только я и ты. Хорошо. Револьвер верни. Ничего, подстригся я в монахи. У вас опять дверь на лестницу клинит. Мое отсутствие не могли починить, нет? Вадим Андреевич, сколько раз говорила, ведь их не заставишь. У нас, пока вас не было, печь на кухне сломалась. Так, ко мне главного бухгалтера и начальника юротдела. Давай. Ко всему прежнему. Ну, ты же наверняка уйдешь в дела снова, да? Я думаю, неделя точно будет наша. Тогда назовем ее Медовой. Медовой? Это в смысле... Я думаю, что нам уже хватит откладывать. Да. Знаешь, я именно здесь поняла, что нам очень нужен ребенок. Очень. И как можно быстрее. Свяжись с Костиковым. Подтверди все наши обязательства. Все будет, как договорились. Деньги, вся сумма будут переведены в срок. Уговор дороже денег. Я обещал, я сделал. Хорошо. Второе. Убрать не могли? Второе. Завтра подготовь мне состояние всех наших счетов. Все. Сейчас иди домой, отдыхай, впереди много работы. Будь сделано. Теперь ты. Тебе, как юристу, надо быть готовым к большим, крупным сражениям. Скоро здесь от людей в погонах будет не протолкнуться. Ты меня слышишь, Ника? Ну, извини. Извини, я просто устала очень. Я спрашиваю, ты экономику не забыла? Не должна. Отлично. Примешь дела Эмиля. Прямо сейчас. Оформите Нику как моего заместителя вместо Эмиля. И домой, отдыхать перед боем.
Я не поняла. Что? Прямо сейчас? Ванна, помыться, привести себя в порядок, а завтра нельзя? Нельзя. Так, все по домам, меня никому не ждать. Конец рабочего дня. Ну что ж, садись на мое место, принимай дела. Вадик, это уже не смешно. Угу. Это ведь не смешно. Угу. Начинай. Ты думаешь, я справлюсь? Ты-то? О, не сомневаюсь. Тебе и не такое по плечу. Ты это уже доказала. Знакомься, Ника, это кореец. Здравствуй, Ника. Узнаешь своего фитнес-менеджера? А на самом деле дела у партнера и владельца одной из самых крупных в Красноярском крае сетей фитнеса и бодибилдинга. Ну, а также руководитель самой жестокой ОПГ в крае и одновременно нежного любовника. А также отца двух детей от первого брака. Ну и чья это была затея, хотелось бы знать. Моя. Mm-hmm. Я придумал все, она сначала ничего не хотела, я ее уговаривал. Это так? Да. Вранье за враньем. Получается, что даже он лучше тебя. Нет, Ника. Идея твоя. Только ты начала ошибаться в своих расчетах с самого начала. Ты, никогда не читавшая газет, купила сразу несколько для отвода глаз. Вместе с той самой. Ребят, смотрите, что только не придумают, а? Это ж надо. Представляешь, ГУЛАГ придумали. Для состоятельных дам и господ. Представление в твою честь. Звонил, что-то плел там про прослушивание моих телефонов. Это был самый главный ваш прокол. Только что звонила в Шакума. Просит принять оплату за товар наличными. Ты шутишь? Нет. У них проблемы с налоговой. Это же 14 лимонов налом. Плюс компенсация за доставленное неудобство. 15. На прав Шакумова, как узнали? Разрабатывали вас. Телефончик ваш мобильный прослушивали. Ни с каким Авшакумовым я не разговаривал. Я говорил в пустую трубку. Ну что, идем дальше? История со жребием. Как же это было не похоже на тебя. Орел? Вопрос решу. Ой. Значит, подаемся в зэки. Чтоб ты искала монету, ты бы и бриллиант не искала. Да не надо искать, оставь. Откуда такая бережливость? Знаешь что, давай, дорогой, без иронии. Между прочим, в доме денег не будет. А их и так, они все в кредитах. Ник, чай остыл. И? Что? Нагрей, пожалуйста. Только ради тебя. Ну и ради тебя, конечно. Извини, я тогда залез в твой кошелек. Кстати, мы долго не могли его найти. Неужели хранила под матрасом? В обработке клиентов ты проявляла редкую изобретательность. Узнав о пристрастии Даши к наркотикам, ты не преминула этим воспользоваться. Она что-то знала о махинациях Юрия и Глеба. И чтобы Даша после первого же нажима рассказала вам все, ты мелом нанесла на лицо контур черепа,
и до полусмерти напугала бедную наркоманку. А потом выкрала у нее зелье, обеспечив тем самым предельную сговорчивость. Поначалу тебе вообще многое приходилось делать самой. Нужно было стравить между собой участников игры, тогда серые кардиналы до нужного момента оставались бы в тени, собирая дополнительный компромат. Нельзя было позволить жертвам стать единой командой, которая в итоге могла бы сыграть против вас. Все должны были подозревать всех. Для этого ты украл очки у Монастырского, ты же подбросил аллерген Семёну, а потом, проследив за мной, нашла тайник с его телефоном. Поэтому после записки Василька никому и в голову не пришло подозревать в стукачестве убитого горем отца. Блохон мог скрыть тебя от кого угодно, но не от меня. Я слишком любил тебя раньше. Если бы я догнал тебя тогда у барака, игра могла пойти по совсем другому сценарию. Ведь в общих чертах я понимал вашу стратегию, и мы с тобой могли лишь немного изменить правила. Представить себе не мог, что развязка задумана вами настолько кровавой. Обнаружив в сарае груду боевого оружия, я всерьез испугался. При поддержке корейца и Степана побег и дорога домой не были проблемой. И я хотел выйти из игры. Именно в эту ночь ты отдала Саванееву последнее указание. Ирму ты убила, испугавшись, что она выдаст тебя перед смертью. Справилась с Ирмой. Ну и чтобы стравить нас с ним. Все. Конец игры, шеф. Или как там тебя называют? Кореец, неси. А чтобы стравить меня с Эмилем, мне были продемонстрированы фотографии. Ведь вы готовы были пожертвовать кем угодно. Кроме меня, конечно. Ведь только я один знал, где находятся деньги. Я и сейчас знаю. Вот они. Кореец. Молодец. Хоть и поздно, но дошло. Пак Ли – самые распространенные корейские фамилии. Дорогая, как же ты не догадалась с твоими-то мозгами? Насчет Эмиля. Он, конечно, был бабник. Но разве за это убивают? Я могла и тебя убить. Там Шкарытова, на квартире, потом на заправке, но не убила.
Эмиль мог помешать вам. И во время телефонного разговора с Васильком, пока я был в душе. Вы решили его убить. Ну а после Эмиля я на всякий случай вытащил оставшиеся патроны. Вадим, все не так. Все не так, Вадик. Я пыталась тебе объяснить, но... Ну да. Мы когда уж разговор прослушали, так сразу и подумали. А знаешь, кореец, я принял решение. Ну? Все останется по-старому, мы опять вместе. Обнародовать эту историю не оберешься позору. Что я за бизнесмен, если не смог уследить за своей женой? Вадим, ты что говоришь-то? Через пару месяцев найдем приемлемый для обоих повод и тихо, мирно оформим развод. Голый тебя не пущу, а то пересудов не оберешься. Но только что делать с Васильком? Кроме нас, он один знает все. Ну, раз такой поворот дела, я об него пачкаться не буду. Я тоже. Ребят, что вы несете, а? Вы что? Я преступник, меня надо знать, куда следует. Соответствующие органы. Я должен понести наказание. Вот и все. Подумай, как решить эту проблему. Мы должны срочно ехать. Через сколько мы должны там быть? Да уж через 5 минут. Кореец, собирай. Вернусь, поедем в баню. Каждому по заслугам, не так ли? Ну что, Ник, давай развязывай мне руки. Хватит. Ты что сидишь-то? Руки, говорю, развязывай. Ник, ты что, сдурела, что ли, а? Ты же говоришь, что не было здесь как-то хорошо со мной, а, Ник? А? Ник, Ник, ты что, сдурела, что ли, Ник? В общем-то, я так всем говорила. Ник! Вадим, давай быстрее! Давно хотел поменять офис. Хорошо, что он застрахован на мое имя. Ну вот видишь, финал соответствует правилам игры. Победители получают все.
В этой игре, кореец, может быть только один победитель.